Всем ночной приветик от зефирки. И да, ее хвостиком теперь можно любоваться бесконечно. Вот такая у нее сейчас кондиция. Обиделась, отвернулась от меня. Давайте тараканов сейчас дам, и ты быстро меня простишь. Она спала во влажной камере, я вот это ее выселила, все отжала. Да, тараканы, разворачивайся, вот. Сюда, давай. 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 Давай будем глазками твоими любоваться. Вот тараканчик. Сюда. Давай. Во! Видишь? И все, надо сразу меня прощать, как только тараканов выдаю. Моральная компенсация тебе. Вкусняшка какая, глянь. А там еще тени, блики, и все шевелится, караул. Еще и стенка он зеркалит. В два раза больше тараканов получается. Будешь, не будешь? А то сейчас банана съест, она такая. Будешь долго думать, тебя отнимут. Хочешь, пущу. Вообще будет безобразие. Учитывая, как ты их ловишь, то это долго будет. Сейчас я таракана подгоню, чтобы к ней подошел. Вот он по кругу тут бегает. Да, таракан, бери. Сомнения какие-то, колебания у ребенка. Ну-ка, давай. А, все, промахнулась. Вот защекочет он тебя сейчас. Вот в этом месте. Да. Ну, все, сейчас будем ловить его тут по всему контейнеру. Ну, не, она до сих пор обиженная, капец. Аня, тебе уже поближе подогнала. Гляди, какой. Она там намывает себе он носеньку свою. Умывается, глазки намывает. Что, таракан не впечатлил? Да, вот он, бери. Бегает, шевелится. Творит всякое с тобой, да. Вон он что творит. Ой-ой-ой, да, вот так вот бывает. Если долго втыкать, сейчас он к тебе вернется опять. Ну-ка. Вот он где. Не, ну она реально сейчас в такой кондиции, что особо даже не кидается есть. Хвостик накушенный, толстенький, приятных очертаний. Бери, вкусный. А, все, говорит, не хочу. Ладно, попробуем с пинцета. Что ты на измене сидишь, глянь. Будешь, не будешь? А то лучше потом предложу. Ага, глазки закрыла, все, не будешь. Точно не будешь? Давай не буду глаза вот так светить, сверху поснимаю тебя. Тут там Норман так классно с пузырями со своими. Не, она мимо, она не к таракану. А вот так. Таракан, да. Вообще ни о чем. Ну, тоже бывает. Так и тох. Отправляется зефирка со своим выпендрежем обратно. Сейчас выдам имущество и пойдет на полочку. И сейчас приглашу банану, попробую ее накормить. Теперь черед бананы настал. Буду сейчас ей предлагать тараканов. Посмотрим, будет кушать, не будет. Как у тебя с настроением? Что нет? Только не говорите, что вы обе овулировать собрались. Не надо. Рано. Хотя он некоторые младшие. Там пытались изо всех сил. Что не? Не впечатляет, да, вообще ни о чем. Понятно. А если бегать будет, может, как-то повеселей? Проверка. Ой, так вроде веселей, только шевелиться, скажи, лень, да? Ну, давай я тебе его подгоню обратно. Ну, что тебе? Мне тоже бывает лень. Ну-ка. Только ко мне холодильник сам не приходит, поэтому все равно приходится вставать и идти за хавчиком. Это в твоем вот случае либо хавчик сам приходит, либо его тебе на подносе приносят. Да, у меня все немножко сложнее в жизни. Еще и надо сначала денежку заработать на хавчик. Ну-ка, хавчик, иди, там тебя ждут. Так, я поняла, на стены полезла. Ну, там к тебе пришли вообще-то. Видишь, нет? А, это пофиг. Настроение испортили.
Вот еще две дамы. На вас что-то так луна действует. Я не знаю. Это жесть какая-то. Шо? Давай. Лянь, бегает. А, все, говорит, неинтересно. Ну, бери, бери, скорей, скорей. Давай, 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 давай. Давай. Ну-ка. За мужа, за Марти, давай. А нафиг, скажи, он сдался, этот муж. Раз в году, скажи. Ага, видимся, и все там. Да, только штамп, скажи, в паспорте стоит, ни о чем. Ну. Все. Убираю таракана, даже не буду мучать. Ни таракана, ни банана. Ну, вы кто смотрели раньше, уже видели. Если нет учащенного дыхания, то и заинтересованности ноль. А то, что следит за движущимся, ну, говорит, вроде когда шевелится, ничего так, но есть я его не буду. Так что девчонки сегодня старшие, зефирка, собственно, и банана остаются голодными.